Кируся, где самолет? Дюдю. Люди ходят. Дюдю. Вон самолет стоит, да? А там еще стоят. Не, мы не в этот, нам дальше, нам туда, вот там, видишь, вот там дальше большой, вот там вот большой самолет слева. Видишь, какой большой? Там же вентилятор есть. Вентилятор, это да, это пропеллеры практически, турбины. Зайка, иди к маме на ручки, пожалуйста. Так, как-то так мы, стартуем нашу поездку обратно из Киева. Ой, на коляску. И погнали дальше. Снимаем? Сразу балуется. Стой, зайка, подожди, я не... Ты будешь банан, Кирюся? Ты банан будешь? Смотри, там какая ляля, смотри, какая ляля. Успели, дорогая? Ну ладно, ты начинаешь, прям успели. Но ведь успели. Еще и пофоткаться успели. Да. Девять часов, и все, и мы на месте. Желтые кабинки, аэропорт JFK. А, кстати, да, вот это вот все мои чемоданы. Раз, два, три, четыре, там, типа, ноутбуки, рюкзаки еще. На самом деле, за полчаса мы все прошли. Я дольше искал чемоданы, собирал. Фу, все, ждем Димона. А Дима застрял в пробке. И ждать его еще 45 минут. Жесть. Пока ждем Диму. Уже минут 30. Не, вру, 20. Интересное наблюдение. А с тетенькой разговорились, которая тоже в премиум экономе с нами летела сзади, тоже с девочкой, 3 лет. Во-первых, она сказала тоже, что я похож на Шнура. Говорит, вам никто не говорил, что вы похожи на Шнура? Я говорю, говорили очень многие. Она говорит, ну надо только там чуть-чуть полохматее сделать, и будет вообще отлично. Я сказал, нефиг делать. Ну, это такое. Спросил, где она живет. Они живут в Нью-Йорке, East Brighton. Сказала, сейчас будем переезжать, потому что школа, будем искать хорошую школу, может быть, на Манхэттен будет переезжать. Я говорю, что на Манхэттене хорошие школы? Она говорит, ну, в Гарлеме разве что самое лучшее. А так мне не нравится в том районе, в русском районе, где они там живут, на Брайтоне. Она говорит, плохие, мне не нравится. Ну, и я тут посетовал, что говорю, ну, там, а мы пока в садик, типа, вот, планировали, но садики там дорогие. Она говорит, в Джерси. Она говорит, да, у нас тоже в Нью-Йорке 1000. Причем неважно, ходишь ты или не ходишь, там, вот, все лето мала не ходила, они в Украине были. Где-то там у них дом в Карпатах, в Івано-Франковской области. Я говорю, 1000? В Нью-Йорке 1000 садик? Я говорю, а в Джерси 1300. И она подофигела. Что в Джерси садики даже дороже, чем в Нью-Йорке. Кто кричит? Кирюся, кто кричит? Короче, вот такие вот истории. Такие вот наблюдения. Фух. А здесь душно. 28 и душно. Не так, как было, как мы уезжали, чуть-чуть полегче, но и не Киев, конечно. На педали. Не нажимай на педали, а то поедет. Ты
Будешь подрабатывать здесь пока, пока мы ждем, да? Ты тележки покатаешь. Ну вообще. 43-й номер. Вот с ногами не надо на сиденье, Кирюша. Я и так жду дядю, который прибежит сейчас и будет нас гонять отсюда. О! Вот там машина похожа на Диму. Нет, который вот. Нет. Нет, то не Дима. Нет. Тоже Lexus, но не его. Да. На педали. Эй, 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 эй. Она уже реально разобралась, как туда давить и что ехать. Она... У меня велосипед. Давай, пой. Довольная. Все, все, хорош. Да.